Добрый день! Представляю вашему вниманию лот толстовки первый сорт Швейцария, мужские и женские. Подробности смотрите в ссылке под описанием. И начнем мы с толстовочки, даже скорее это свитшот Zara, размер S, вот такой чудесный раскрашенный. Внутри он утепленный с начесом. Здесь у нас Алиса в стране чудес. Дальше у нас толстовка S размер с люрексом, двунитка тоненькая довольно-таки, такая немножко поблескивает, и здесь сзади надпись. Толстовочка Mammut, это у нас тоже S размер, вот, очень такая приятная ткань. Капюшоном. Здесь на Китану L размер, это свитшот, внутри петелька, как двухнитка или трехнитка, что-то такое. Здесь S-ка, коротенькая толстовка, трикотажная, и у нас капюшон внутри в пайеточках. Она коротенькая и завязывается, получается, здесь вот так, наверное, скорее всего, спереди. H&M толстовка S размер, но подойдет и на M вполне. Она с капюшоном и утепленная, с начесом. Свитшот Zara M-ка. Тоже с начесом тепленький. Здесь M размер. Just Hoods. M-ка. Тоже с начесом, с капюшоном. Тепленькая. Дальше толстовочка. M размер. Так. Высокий ворот и тоже с начесом. Воротничок вот так сделан здесь. Здесь Элька свитшот, тоже с начесом, теплый. Здесь у нас трехнитка, наверное, такая плотненькая ткань. И XSS размер. Эсмара М-ка, это велюровая толстовочка, тоже украшена пайетками. И внутри капюшон атласный. Тоже очень классно смотрится. Здесь Клокхаус S-ка. Это мужская толстовочка. Как тоже трикотаж, внутри петелька. Вот так. M-ка Кривит. Тоненькая толстовка. Двунитка. Здесь Хакро Элька. Без утепления. Высокий ворот. XL размер. Это IKEA Family. Вот. И она велюровая тоже. H&M S-ка. Мужской свитшот. Тоже внутри петелька. Здесь М размерчик, но на L даже подойдет. И внутри она с начесом и с капюшоном. Дальше смотрим. Здесь М-ка. Вот такие широкие рукавчики довольно-таки. Интересный свитшотик. Внутри, ну, двунитка, скорее всего, ткань. Здесь свитшот с начесом M размер. H&M L-ка с капюшоном, но без начеса, но плотная при этом. Здесь M-ка с начесом внутри, с капюшоном, тоже классная, такая больше на мужскую похожа как-то. Здесь S размер с капюшоном без рукавов. Вот. И сзади еще, видите, надпись.
резко. Даже, я бы сказала, здесь как тонковочка такая. Толстовка удлиненная, как платьишко практически, с капюшоном, утепленная, и это размер S, скорее всего. H&M S-ка, свитшот, внутри петелька. Здесь утепленная толстовка Blue Motion, L размер, и здесь, видите, она внутри плюшевая вся полностью. Очень теплая, классная. Здесь толстовочка на китану, S размер, большой такой капюшончик. Вот. Тоже она, ну нет, петелька внутри, но очень такой приятный, плотный материал. Дальше смотрим. Здесь у нас свитшот Champion, это M размер. Вот. Он тоже с начесом утепленный. Здесь тоже M-ка с начесом. Тоже свитшотик. Здесь толстовочка Chicory XS размер. Коротенькая. С начесом, с небольшим тоже, с капюшоном. Вот, укороченная прям. Здесь Play Life S-ка. Тоненькая, тоненькая прям. Хлопочек. Chicory M размерчик. Это у нас свитшот, внутри петелька. И он тоже удлиненный, как, ну, практически как платьишко. Здесь Элька. Свитшотик очень такой приятный на ощупь тоже. Гэри Вебер. Эска. Тоненький. Тоненькая толстовочка. Здесь L размер, внутри петелька. Вот, даже на XL, я думаю, подойдет. С капюшоном. Здесь у нас Disney на 164 сантиметра, 13-14 лет. Это свитшот, и это как два в одном. То есть вот эту вот сеточку, которая сверху, да, ее можно носить отдельно. И внутри, ну вот, с рисуночком свитшот. Здесь Clubhouse и M размер, рукав 3/4. Внутри петелька, тоже очень приятная ткань. LC Waikiki XL размер. Это мужская толстовочка, джинсовый воротник. Здесь 38 размер, М-ка. Без рукавов толстовка, тоже утепленная, с капюшоном. Здесь Brandy Melville. Утепленная толстовочка, укороченная. Это размер S с капюшоном. S-ка, это H&M свитшот тоже с начесом внутри. Здесь у нас, скорее всего, XL, возможно, даже 2XL. Размерчик тоже с начесом, с капюшоном. Это, кстати, Domino's. Это Decathlon, скажи, марка. Здесь свитшот, как стеганый такой материал, размер L. Эсмара, тоже свитшот у нас, размер M, утепленный внутри с начесом, прям тоже очень приятный такой, тепленький. Zalando, 34 размер, это толстовочка утепленная с начесом, тоже очень тепленькая. С капюшоном для мамочек или будущих мамочек. То есть здесь немножко под животик, как бы так пошире, да. И видите, здесь это вот часть отдельно. То есть можно покормить ребеночка там.
Здесь толстовка, точнее свитшот М размерчик утепленный, тоже с начесом. 44-46 размер. Здесь рукав интересно сделан, без утепления. Томми Хилфигер М-ка. Укороченная толстовочка. Внутри петелька с капюшоном. Здесь лакост или лакосты, наверное, так читается. XXL. 2XL размерчик, утепленная. Высокий воротничок и с начесом. Очень толстая такая, плотная толстовка. Клубхаус S-ка. Свитшот, внизу резинка. Здесь свитшот, здесь толстовочка утепленная, тоненький прям начес. Здесь посмотрите, какие лампасы на рукавах красивые. И это размер M с капюшоном. Здесь XS размер, это свитшотик H&M тоненький. И последняя толстовка, это XL размер, это фирма Hollister. С капюшончиком она, ну и довольно-таки тоненькая. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.